Под Сыктывкаром в поселке Максаковка пожилую супружескую пару, проживающую в одном из многоквартирных деревянных домов, на протяжении долгого времени терроризирует сосед. Отношения между жильцами испортились после того, как пенсионеров навестила их дочь. У родителей сосед наехал на мою машину задним ходом. И его ответ в этот же момент был: «Откуда я знаю, что ты там стоишь?» Я думаю, так, интересно, в зеркала не надо смотреть. Я говорю, а если бы дети там бегали? Ну вот, и потом начали козни, он кричал, что это не его вина 200%, он ничего такого не сделал. Несмотря на заявление мужчины, сотрудники ГИБДД именно его определили виновником аварии. После того, как автоинспекторы уехали, в адрес пожилых людей посыпались нелицеприятные высказывания, и не только. Да, и посмотрите, что они сделали. Все крыльцо закидали снегом. У меня родители пенсионеры, одни живут, они в данный момент находятся в опасности с такими соседями. Оказалось, недопонимания между соседями были и раньше, но этот случай стал последней каплей терпения. Дочь пенсионеров обратилась к участковому, который уже пообщался с мужчиной. Также она обратилась и в администрацию Максаковки, где ей пообещали держать этот вопрос на контроле.